Поздравляю, Семен Алексеевич. Перехваченная вами информация помогла нам раскрыть несколько английских кротов. Я рекомендовал вас к награждению орденом Красного Знамени. Служу Советскому Союзу. А теперь перейдем к делу. Вам известны такие имена, как Андреас Майер-Мадер, Венг Бартельс, Генрих Кнут? Не могу сказать ничего определенного, товарищ полковник. Андреас Майер-Мадер. Участник Первой мировой войны, кадровый разведчик. Долгие годы провел в странах Востока, в частности в Китае, где служил военным советником у Чин Кайши. Один из главных организаторов мусульманских формирований из граждан СССР. С 1944 года штандартенфюрер СС. И командир 1-го восточно-мусульманского полка СС. В 1943 году находился при штабе командования восточными легионами на Украине. Он и его помощники, главари гитлеровской шайки, со своими подручными грабили, душили, уничтожали все живое на украинской земле. Ваше задание заключается в ликвидации всех троих. По нашим данным, они сейчас находятся в поселке Юратишки, это в Белоруссии. Задание очень опасное. Немцы после последнего покушения стали гораздо осторожнее. Через каждые два квартала стоят патрули. Сам Майер-Мадер тщательно охраняется, поэтому действуйте по обстановке. Вам ясно? Так точно. Вы свободны. Все подробности операции узнаете у майора Литвиненко.